8 по 17 января студенты и преподаватели Луганского государственного университета имени Владимира Даля приняли участие в разгрузке новой мебели, которую передал Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. Ну, это мы организовали доставку мебели для Луганского государственного университета имени Даля. Это совместная работа Министерства науки и высшего образования Чеченского государственного университета имени Ахмата Кадырова. Ну и, соответственно, университета Даля. Значит, сегодня мы получили очередные 7-8 фуры пришли. Значит, доставлена мебель офисная, столы, тумбы и ученические стулья. Значит, и дальше будем работать, завезем все, что необходимо для братского луганского народа и нашего дружественного нам университета. Всем удачи! Университету было передано необходимое мебель для обучения в аудиториях и комфортного проживания в общежитиях. В настоящий период времени у нас идет разгрузка мебели. Это учебная, это корпусная мебель. Это нам осуществляет помощь наши чеченские товарищи, наш университет имени Кадырова. Благодаря этому наши студенты и преподаватели получат более достойную мебель. Получат мебель не только лишь аудиторную, но и в общежитие. Поэтому огромнейшее спасибо. Ну и приятно, конечно, что нас Россия заботится и не бросает нас. Хочется поблагодарить от имени студенчества Далийского университета Чеченский университет имени Кадырова за оказанную помощь в предоставлении материально-технической базы для нашего университета. Вот уже много лет материально-техническая база не обновлялась. А сейчас у нас есть возможность по-новому начать свою работу и трудиться на благо нашей большой, огромной России. Выражаю всем огромную благодарность. Дальше будет лучше. Материально-техническая база университета не обновлялась уже несколько лет, поэтому сотрудники и преподаватели университета выразили огромную благодарность за такую поддержку. Мы собрались всем Далийским университетом, чтобы разгрузить эту мебель, принести ее и использовать в дальнейшем. Мы очень сильно благодарны Российской Федерации за оказанную помощь в мебели, в помощи Луганскому Далийскому университету. Спасибо России. Вот радуемся, носим. Мы собрались всем Далийским университетом, чтобы разгрузить мебель, которую нам передала Российская Федерация. Мы очень благодарны этому и очень рады. Спасибо большое.